Я хотела бы поговорить о татуировке. Вот. Вот. Это моя первая, наверное, татуировка со смыслом, в которой я вложила реально смысл. Не просто, знаешь, поехала, набила, как свинку Пеппу, блядь. Ну, типа, мимас, прикол, все дела. Нет. В общем, пояснение сейчас будет. Смотреть глубже, то ей просто сделали очень больно. Ну, считай, насилие очень тяжело пережить, я сама это знаю, я переживала это, вот, и она холодная, она красивая, она очень красивая, да, но она холодная, и от нее взгляда ты просто каменеешь и умираешь, вот, никаких чувств, ничего, она больше не полюбит, вся ее красота, там, ну, вот то, что она медуза Горгона, она исчезла, но при этом все равно для мужчин она всегда красива. Вот. Но она холодная. И она ничего не чувствует. Вот так вот. Это все пояснение. Ну, можно еще сделать. Конечно же, мем. И сейчас мы скажем. Второй вариант, это когда типа, да бля, я такая горячая, такая классная, как медуза Горгона, что все мужчины рядом со мной каменеют. Ну, типа, вы поняли, да, ребят? Вот. Но, конечно, ну, вы поняли, да, что я... бля, у меня мурашки, меня аж потряхивает, что... Это не было связано с мемом, это реально моя жизнь. И мне просто хотелось помнить, наверное, насколько мне было больно. И мне до сих пор больно, на самом деле, вот от всей этой ситуации с насилием. Поэтому я никогда это не забуду, никогда. Вот. И, соответственно, я решила эту боль выбить в татуировке, чтобы она не сидела в душе, вот. Но это как раз-таки, знаешь, напоминание, насколько мужчины бывают коварными и насколько они могут тебе сделать больно и не влюбляться.